вновь оказались во мгле, спустившись с тобой в подземелье. Придем осторожно во тьме, где только лучи фонарей нам освещают извилистый путь, ведущий в глубины земли, чтоб в тайны забытые вновь заглянуть. Бетонные бездны снова спускаемся мы. Себя-то так и так нести. Ой, какая вся гадость неприятная. Мокрая. А вылазить там тоже вот так высоко? Нет, пониже. Это обратно зачем? Здесь нужно будет вылазить. Из этой почему-то нет. Доползем с вами до шкуродёра и тащить туда еще лодки. Людской ходок. Все для людей. Куда мы уходили, там этого на 4? Есть еще. Ну там тоже можно на лодках, и там, правда, затапливает под сам крышу. Ну сейчас, наверное, нет. Наверное, нет, да. Потому что мы тогда здесь уже по колено воды было. Нет, но когда мы первый раз ходили, то так же воды не было. Чем ближнее ты пойдешь, тем больше воды там будет, это факт. И в конце там доброта будет. Зев, ты, у тебя там в задашке дезинфектора не случен? Нет, нет. Блядь. Залупу хочу смазать. Нет. Чтобы нельзя было промазать. Или спиртика. Так-то накапать надо. Если или, зад или, застрянет. Или спиртика в рюкзаке. Ну, пиздец. У меня влажный салфетка только есть. А, ну влажная хуйня. Есть пластырь, по-моему, если это с собой. Сейчас погляжу. Пластырь тоже не нужен. Я думал, просто залейте нас. Ой, блядь. Можно это? Водичка попала, нахуй. Куда? А, блядь, сука, у меня где-то скопилось. Что-то не убейте. Да видишь, вот это туда пролезет мешок. Частями будем. Частями. Частями, блядь, в эту хуйню лезть. Так, ладно, пока там мадамы, да. Как бы ползти там долго и ссать только под себя. Извиняйте, бля. Ой. Ты сюда брать пришел? С одной стороны, суд там. Бррр. Кто как использует? Так, пойду налево. Удобно пора. Да, как я уже давно там был. Вы же уже полезли? Там мы несколько раз уже были. А? Да, да. Раза четыре. До тебя еще. Не, я-то там был. Ты там был? Да. Далеко уходил? Мы с тобой тогда ходили, блин, в этот, в затопленную часть. Хватит жрать, Женя. Да что? Застрянешь. Потому что меньше тащить. Так а себя? Это ж себя. Ты что, себя-то так и так нести? Ой, какая вся гадость неприятная. Мокрая, правда. А вылазить там тоже вот так высоко или там? Нет, пониже. Куда-то обратно возвращаться, то здесь нужно будет вылазить. Из этой больше выхода нет. Когда ты будешь обратно лезть, тебе нужно будет развернуться перед выходом, чтобы раскорячиться. Вот там вот в этой маленьком месте будет включиться.
же забыл, как это сделать. Этого заберем, да. И перевернуть сам, чтобы наконец вперед полетать. Насколько неудобно. Опа. Вот она. Жопа мира, блядь. А? Ты что-то с собой несешь? Мешок какой-то или что? Ну, свой мешок, да. Да, ну ладно, чтобы... Не, ну... А что? И рюкзак, и лодка. Я не знаю, как я... Сейчас я тут попробую, подожди, разобраться. Потому что так все просто. И легко. А лодку? А, лодку хочешь брать? Ну, а кто ее будет тащить? Кому-то надо, блядь? Только... Блин. Тебе нужно перед собой как-то. Да я понимаю, мне же перед собой надо вытащить. Блять, экшен нахуй. Сука. Как так-то? Ну, ладно. Блин. Сейчас. Thank you.
крышу. Ой! Все-таки решил прилежать в веревочку? На, тащи. Ты что, стараешься? Да, что я? Козлота. Смотрите, да. Опять это самое светлое будущее, да? Вперед, блядь. Ой. Как демон в Германии, да, на плоту? Уже можно грести. Уже можно грести. Да. Только нам надо одно весло кто-то дал. Ну? Весло, да. Олег, не уплывай, блядь. Не уплывай? Не вплывай. Это не повезла. А? А сейчас. Ты что ты там? За движение делаешь. У него может быть виагра, кстати, ты зря к нему. За это, да? Я зря хрен не сел, блядь. Что там у тебя в рюкзачке, блядь? Большой дилдо достает. Блядь, вода, иди на. Так я просто кинул и все. Я... Так, он не помог. Олег! А, нет. Блин. Вы что, не дали? Гребе, брат. Так вы все удаляетесь и удаляетесь. Сейчас он где-нибудь положит. Отлично, как мы до туда доплывем, где ты положишь? Да кидай, оно не утонет. А если утонет, вылезет. Бля! Да, кинул его. Ладно, мы сейчас зацеп до буксира возьмем. Слушай, а что так свистит? Да упал. У вас дырка где-то? Это у вас дырка. Это у вас дырка, я даже вижу. Вот она здесь. Видишь, пузырьки идут. Ну там еще дырявую лодку подсунули. И без веса. Пока, ребята. Да блядь, так что вам нужно либо... заплатку ставить, либо постоянно сидеть играть на гармошке. А откуда идет? Со дна или? Из-под воды. Сейчас вам одного человека туда закинем. Что, у вас есть весла? Нет у нас весел, блядь. А ну вон. А это, блядь, тут убыль. Держи весло. Вот, на, греби, на. А что вы? Как лохи сидите без весел. Да, блядь, не знаете, что делать. Не знаете, что делать. Надо будет заклеивать. Заплатки такого цепь. Наверное, когда несли через шпурозер, тогда порвалась. Блядь, мне лодку порвали, ебаный свет. А где вот это как вас лечит? Гребись слева.
Не успеваешь справа грести. Ни одного видишь, что там да, нам будет весело, да. Ты говори слева, сам. Грибно, блядь. Осторожно, чтобы об стенку. Ну, вроде шипеть перестало. Сейчас чем лучше будем плыть, тем больше уровень воды будет. Это факт. Самое прикольное, если лодку спустят в самом конце. А насоса-то у нас нету с собой. А у нас есть. А что вы как лодки взяли насос? Сейчас нахуй утоплю. Куда там разгон? Да, короче, ебись, а ты весло можешь убежать в рейт. А я буду все. Самое отличное порода. Ну здесь глубина уже выше крыши, да. Голову скрывать надо. Блять, бревно под вами так и сидит. Бревно под ними так и сидит. Притопи бревно. Видели, какая здесь чистая вода? Ага, один кайф плыть. Обратно будем заплывать вручную нам самой топ. А нет, сделаем проще. Ты за ту лодку, я за эту зацепимся. Да. И будет буксиром с нас. Правда, потом жопа подморозится, я вроде ебал. Не чувствуется, что потолок ниже становится. Ну так я сразу помолвлям. Да. Я не снимаю, я на фотке делаю. А, вот это нас тоже по фотке. Да. А не видно нихуя, потому что фонари. Я могу выключить вот так. А ты еще боком загреби немножко, чтобы... Сейчас. Вот. Ты, у тебя фонарь все равно. Во. Сейчас еще одну фотку. Нормально. Сейчас. А подожди, Цех, не гляди ее. Во, нормально. Супер, спасибо. Здесь нет уверенных, нету лоб.
И, блядь, я же говорил, что это лёгкое надо было уложить в мешок, для того мешок ты брал. Вода здесь идеальная. Да, идеально холодная. Да, вот я когда шёл, блядь, у меня яйца. Холодная, да. Подземлие. Сейчас мы уберём все головы потолок. Да мужик, первый. Ну, как видишь, да? Ну, туда. А мне куда? Ай! Сука, щель, блядь. Хорошо, не раскроила она. Все, а дальше уже идет, да, это, под потолок. Ну да, тогда разворачивайся там. Ну, облом. Ну, мало как не дали. Да, под потолок. Да, вот здесь его. Толкайте нас. Да. Стеф, можно сверху за эти, за штуки. Очень хороший разгон берет. А не опасно за потолок даться? Здесь нет. Здесь нет этих. Три. Вот самое главное, чтобы не уебаться с ее размахом. А ты голову не поднимай. Да, мне кто из жопы тогда прям. Ну как у вас там интересно? Дожди! Иди в жопу! Ну что, блядь, обвал хотите вызвать, но стенки боковые трогать. Когда будете обратно уползать, вам придется эти лодки запихать в этот мешок. Их сдувать надо будет тогда? Ну, тут я не помню. Стэп, что ты брызгаешься? У меня же фотик, ёпта, ты о чём думаешь? Бля. Он не в мешке, что ли? А? Он не в мешке, что ли? Я уже фотографирую вас, блядь. Пытаюсь фотографировать.